Мирное соглашение между властями Демократической Республики Конго и повстанческим движением М-23 будет подписано в понедельник. Об этом сообщил министр иностранных дел ДРК Раймонд Шибанда. Ранее повстанцы объявили о том, что прекращают сопротивление. До этого правительственные войска нанесли им ряд чувствительных поражений. Подписание пройдет в столице Уганды Кампале. Министр при этом предупредил. В ходе переговоров в Кампале мы договорились, что не будет никакой амнистии для тех, кто замешан в военных преступлениях. Преступлениях против человечности, включая сексуальное насилие, для тех, кто рекрутировал на службу детей, в массовом порядке нарушал права человека, для тех, кто замешан в геноциде. За эти преступления амнистии не будет. Слова министра касаются, в частности, военного лидера М-23 Султани Макенги, который был задержан и сейчас находится под стражей в Уганде. Ранее в своем заявлении повстанцы сообщили, что сложат оружие, демобилизуются и будут преследовать свои цели мирными средствами. Власти ДРК теперь намерены покончить с другими отрядами боевиков на востоке страны.